больше 300 стендов, новейшие технологии и возможность вживую оценить тренды лайт-индустрии. В Москве прошла международная выставка освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности «Interlight Russia 2021». Компания InLight представила новинки и комплексные решения для управления архитектурным, сценическим и медиавизуальным световым дизайном от брендов Madrix, Capture, Nikolaudi и Wireless Solution, а также периферийное оборудование собственного производства торговой марки InLight. В этом году, как мы, в принципе, ожидали, что будет, наверное, некий спад какой-то по количеству людей, по сравнению с 2019 годом и с 2020 годом тоже. То есть, но этого не произошло, потому что люди, наверное, все-таки уже устали сидеть дома, устали уже сидеть и общаться в интернете. Люди пришли сюда на выставку, чтобы посмотреть, потрогать, чтобы обменяться опытом. На выставочном стенде у нас здесь очень большое количество людей, очень большое количество наших коллег, большое количество посетителей выставки. В этом году компания InLight, впрочем, как всегда, представила новые эксклюзивные бренды и с новым оборудованием, которого раньше никогда не было. Поэтому здесь работает на стенде 4 человека, и просто не хватает рук, чтобы всем все показать и рассказать. На выставке InLight Russia компания InLight демонстрировала всю линейку продуктов программно-аппаратного комплекса Madrix. Большой интерес инженеров-интеграторов вызвала новая система управления от немецкого бренда – Madrix Aura, способная заменить серверные решения на любых проектах и перейти на профессиональные решения воспроизведения шоу-программы. Оборудование под торговой маркой Madrix выпускается с 2005 года и каждый год, обновляя свое программное обеспечение, аппаратное обеспечение, аппаратные решения, компания приносит на рынок управления светом новые технологии, которых не было до этого. Если это все начиналось с 340 пикселей, которыми можно было управлять максимально, то сейчас это число возросло несколько тысяч раз. На данный момент максимальное количество управления пикселей, которое нам доступно, это более 350 тысяч. На этой выставке мы представляем новинку из оборудования, выпускаемого под торговой маркой Madrix, Madrix Aura. Это плеер, рекордер, который позволяет нам строить стендалон, автономные объекты без участия операторов, технических служб и обслуживающего персонала. Madrix Aura позволяет нам записать все наше шоу, которое воспроизводится сейчас непосредственно на наших приборах, сохранить в себя и после этого воспроизвести без использования компьютеров. В отличие от системы управления Madrix, больше предназначенной для пиксельного или воксельного программирования, система управления от Nikolaudi скорее предназначена для классического архитектурного освещения. Главные преимущества – простота программирования и возможность автономного воспроизведения запрограммированных сцен. На выставке мы представляем новинку – модельный ряд Dino. Эти приборы выводят управление архитектурным освещением на новый уровень. Основное преимущество этих приборов в совместимости мультиформатных протоколов. Грубо говоря, с одного прибора мы можем управлять освещением, работающим по нескольким протоколам, как DMX, так и DALI, так и LED SPI. Ключевое преимущество приборов серии Dino в том, что всего одним прибором мы можем закрыть задачи достаточно большого масштаба. Например, целого парка аттракционов. Всего одного прибора достаточно для того, чтобы создать световые сцены в 20 различных локациях, при этом в каждой из этих локаций будет проигрываться своя индивидуальная световая сцена. Еще один прибор от Nikolaudi, который мы демонстрируем на выставке, из модельного ряда Slisa. Это новинка Slisa U11, прибор для более скромных задач, но при этом достаточный по всему функционалу, может отдавать потоки двух пространств DMX. Кроме того, он обладает весьма дружелюбным интерфейсом. Предзаписанные в память сцены можно вызывать простым нажатием кнопки, а также привязать прибор к мобильному приложению Arcolis и управлять светом с него. Премьера выставки InLight – 3D-визуализатор от шведского разработчика Capture. Этот программный продукт хорошо известен специалистам шоу-индустрии. А вот для специалистов архитектурного, интерьерного и ландшафтного освещения Capture стал настоящим открытием. Дело в том, что по сравнению с другими программными продуктами, которые используют специалисты индустрии, которые показывают визуализацию проекта в статике, словно на паузе, как на фотографии, Capture позволяет демонстрировать работу светового оборудования в динамике, демонстрируя различные световые эффекты, работу медиавизуальных фасадов,
демонстрировать работу, визуализировать работу управляемых светомузыкальных фонтанов. Capture позволяет продемонстрировать заказчику полет камеры вокруг объекта. Также готовит очень быстро и легко схема расположения светового оборудования. Богатые опции по работе с текстурами и материалами. Все это позволяет Capture стать очень мощным инструментом при подготовке и демонстрации, презентации вашего проекта для заказчика. Компания Imlight является официальным и эксклюзивным представителем Capture в России, осуществляет регистрацию и продажу лицензионных ключей, а также русскоязычную техническую поддержку. Специально для выставки мы подготовили трехмерную модель Брянского драматического театра с фрагментом улицы. При помощи программного продукта Matrix мы осуществили управление светодиодными светильниками, которые расположены на фасаде. Также при помощи программного продукта Matrix и Capture мы можем управлять светофорами, можем управлять уличным освещением, дорожным освещением, а также фонтаном, который запускается и управляется при помощи обычного DMX-канала. И это далеко не все премьеры Interlight 2021. Впервые за всю многолетнюю историю главной специализированной выставки систем освещения компания Imlight представила электронное оборудование для управления архитектурным освещением собственного производства. На данном стенде у нас представлены блоки прямых включений, компактные, либо для установки в стойку, блоки преобразования сигналов, для компактного удобного монтажа непосредственно рядом с светильниками, либо для установки в стойку. Также у нас представлены всепогодные сплиттеры, которые используются во многих объектах. И самый крупный объект из последних – это декоративное освещение бульварного кольца в Москве. В этом проекте мы использовали около 500 сплиттеров данной модели производства торговой марки Imlight. Электронное оборудование, выпускаемое под торговой маркой Imlight, имеет многолетний опыт использования в таких проектах, как театральные, концертные залы, прокатная деятельность, где необходимо непревзойденное качество и бесперебойность работы. И сейчас мы эти технологии принесли на рынок архитектурного освещения.